Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь. С вами Джон Клюкер и Игорь Бабас. Сейчас наступило у нас 16 мая 2015 год, суббота. Мы находимся в республике Коми, город Инта, поселок Южный. Вот, вышли. Хотим сходить на почту с Грибабасом. Сейчас покажу вам остатки роскоши. Зимние — это вот остатки снега, который интенсивно тает. Сейчас где-то уже сколько, неделю уже тепло тогда стоит. Где-то так. Ну такие плюсовые температуры хорошие стоят. Вот смотрите, мачеха. Сколько много цветов. Кстати, ну это вот она сейчас желтенькая, да? А потом там листочки появятся, и это. Вот эти листочки заготавливают. От легочных заболеваний, отхаркивающее средство, вот это мачеха. И она даже, вот я как-то заваривал, вроде бы, вот эта трава, ее завариваешь, такой у нее сладкий привкус. В общем, идем на почту. Ну, кстати, на площади еще снега там много. Снег еще есть. Здесь, ну, если снега, ну, если заморозков не будет, то это, этот снег уже до июня, наверное, растает. Наверное. Вас там в комментариях спросили, вот ты ходишь в избушку в этом, в своей шапке-то этот, ну этой как его, строительная или как она? Ну да, кепочка, да, строительная. Она не кепка. А она как называется это? Ну как бы шапка строительная. Да. Спрашивают, где ты ее достал? Это мне мой отец ее подарил. Ага. Вот, давно уже. Мы еще когда были, он еще когда работал, этот, геологоразведка, станция, где вот поезд, этот птичник и там дальше. Вот ему выдавали, штуку-то выдавали. Вот он две штуки мне дал. Две шапочки. Одна такая синенькая, другая зелененькая. Нашу какие будут там лес. Ну вот зелененькая. Красиво. Вот зелененькая. Я в ней лес хожу. Она теплая, хорошая красиво шапочка. Красиво смотрится зелененькая. Ага. Вот солнышко. Сейчас примерно сколько время-то? 12:35, да? Да. 12:35. Гуляем, хорошо. Снег тает. Угу. Дети со школы там идут. Ага. Два Грибаба спросишь, в каком они классе учатся. Ага, сейчас. Возьмешь интервью у детей. Скажи это, спроси, вы пятерки или двойки получаете, или колы? Здравствуйте, ребята. Вы со школы идете, да? А как на школе, хорошо учитесь, нет? Молодцы. На двойке? Или на пятерке? Нет? Молодцы, молодцы, ребята. Тихо, не слышно их было. Пятерки, да? Да. Ну все, сейчас каникулы будут, да? Да. И все втроем. Такие, да. Вот, немножко еще снега. Кстати. Да, да, он как раз на почту, сейчас его встретим. Вот, на почте. Вот, встретим, да. Как нас повезет, Джон, отлично получается. Ну так-то что-то людей мало, вон собака отдыхает, смотри. Ага. Греется на солнышке. Обалдеет. Должны это две посылки мне с Алиэкспресс прийти. А-а-а. Я там стабилизатор заказывал. Понятно. Вот. А что-то его нет, он в магазин ушел, что ли? Наверное. Грибаба, смотри, опять собаки вон. Собаки. Три штуки. Одна в тени, другая на солнышке греется. Ага. Там что-то я ее потерял, как она там. А вот она. О, еще одна хромая какая-то. Ага.
Вилас, давай с этой стороны вставай. Ага. Ну, зашли на почту. Нету посылок, в общем. Отца Михаила не было на почте, он был в другом магазинчике. Мы с ним встретились. Благословение попросили. Угу. Хотим прогуляться до школы. Погода хорошая. Еще собаки. Сейчас, наверное, всех собак снимем на поселке. Нашли георгиевскую ленточку, валялась на земле, решили взять ее. Ага. У вас ее сполоснул, ну домой заберем. Домой заберем. Вот они брызгают у меня. Ага. На камеру эти брызги полетят. Вот это такой влог получается. Начало лета, да, у нас. Угу. Считай, мы 11-го с тобой на лыжах горцевали. С леса, да. Да. А сейчас тут уже все на лыжах. Только пешочком придется. Пешочком? Ну, сейчас-то идти туда смысла нету, там воды столько. Там воды тут много сейчас. Ну, коляска, смотри. Вот, коляска. И собака, смотри. Уфу. Сейчас уже можно будет за березовым соком потом пойти. Можно, будет, можно да. В принципе, ставить уже эти зеленые листочки начинают это проклевываться. Вот уже пух. Видишь, вот эти пух пошел, так же, беленькие-то, как уже, как пошли эти. Ну вот эти вот, кстати, я тебе помнишь рассказывал, что они вот, когда берешь, ага. Вот эти вот соцветия вот вверху, вот сейчас покажу зрителям. Вот эти вот. Мы в детстве, ну, их наберешь, так в рот берешь, и как бы вот эта пыльца, она сладкая. А, ну, пробовал тоже я. Вот тут тоже брать, видишь, они все сейчас в пыли, тут же машины тоже ездят. Тут, да. Вот небо, чистое небо. О, что-то тепло, что-то маленько припекает, так, тепло становится. Да, да, сейчас вообще можно загорать, лежать. Сейчас вот, кстати, классно, считай, загорать. Сейчас комаров нету. Да, 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 да. Пока вот нету комаров. Ага. Грибас, ты сначала в старой школе учился, да? Да, 3 класса учился в старой школе. 3 класса в этой? Да, потом уже в новой школе. С 4 по 10 класс уже учился. Да. Вот, без караване Николай Ильич. В новой школе. В Афганистане погиб товарищ. Пусть земля будет пухом, пусть все будет хорошо. Во имя Отца, Сына Святого Духа. Аминь. Низкий поклон ему. Пошли в ту сторону. Ага. Даже он. Влог продолжается. Мы идем гулять. Алиса увидела дедушку. Сразу же увидали, сразу же. Алисенька, лялька, лялька. Лялька. Ух ты. Ходили с ней, гуляли с ней, ходят на ножками, что ли? Да, гулял с ней. Камила с ней, я с ней гулял. Так что. А ты за две руки ее держал? Да. За две руки, потом на подмышке и гуляли с ней. Она и за одну руку уже ходит. Прям ходит, да? Да. О-о-о. Ходили мы с ней, гуляли. Много раз, 5-6 так походили туда. Тепло, хорошо вообще. Коляйка с ней ходила, все было хорошо. Пикачу! Ты наша Пикачу. Тебя увидал, сразу повеселел. Мы тебя в лесу нашли. В лесу нашли, да? Что, пойдем, поедем до школы, да? Сейчас я на ручках немножко подержу ляльку. Лялька. Пикачу, смотри, там собачки тебе не видно, ее слепит. Маленькие щенятки там.
греется. Обалдеет, да? Зима закончилась. Потягушки. Потягушки. А он четвертый, там его и не заметишь. Вон там внутри, видишь грибобас? Вижу я. Спрятался. Ага. Две трубы, когда он между трубами так лежит, так отдыхает. Смотри, отдыхают. Сытые, значит, да? Ага. Поворачивай. Все, поехали, да? Сейчас дедушка опять тебя возьмет к себе. На ручки.